Тише. Советский флаг. Снимать, мужики, советский флаг. Вы стрелять будете? Я с командиром подбил. Боевое знамя наше! Это первого года! Командир, уклонись! Все, Олегович, Олегович, тихо, это перебор. Поэтому мне сейчас командир придет сюда и идет. Пожалуйста, командир. Переговоры будут, не вопрос. Да, переговоры будут. Остановите толпу и пускай ведут себя. Всем стоять на месте. Дай! Служащие! Стой! Олег Олегович, стой! Мы все военнослужащие, если что. Мы еще граждане. Но в угоду какому-то одному политическому деятелю мы сейчас столкнуты лбами. Два братских народа. Это неправильно. Вы специально провоцируете нас. Не провоцируем. Мы без оружия. Нет, какая провокация? Взять самолет и стоит под охрану. А вы что делаете? Вы военнослужащие без оружия пришли на свои рабочие места. Все хренями делаете. Вы люди военные, вы нас понимаете. Я еще раз вам повторяю, если вы не понимаете, где мы стоим. What they asking for negotiations? Okay. It's quite tense here, you can tell. What they were doing then was they were... А вы что сами не думаете? Вы же граждане тоже, у вас семьи. Тихо! Мы же не пришли к вам в Анапу, не пришли к вам в Сочи с автоматами. Мужики, вы что? Мы к вам идем сейчас без оружия. I was quite tense moment there, and it ended up with him face to face, and the commander of the Ukrainians saying that he wants to meet him and negotiate. No, I mean it's good just for pictures, that's it. Taras? Taras? Someone there. Tell Nick. Where's Nick? Behind